Дорогие друзья, чтобы зарегистрироваться на сайте, открываете браузер, вводите в адресной строке volunteer63.rf. Там в правом верхнем углу красная кнопка «Подать заявку». В аудиториях экономического университета «Аншлаг» не каждый день выпадает возможность присоединиться к волонтерскому движению. Чтобы стать добровольцем на чемпионате мира, приходят сразу после пар целыми группами. Очередь уже полна из моих именно одногруппников. Я как только услышала об этом, узнала, мне очень захотелось поучаствовать, так как меня интересуют различные движения, особенно такого огромного масштаба. Студенты СГ уже имеют опыт волонтерства на больших праздниках. 2 года назад университет проводил форум «Россия студенческая», в котором приняли участие представители более 70 регионов страны. И опыт есть, и люди есть, и желание есть, и есть понимание ответственности. Для нас это большая честь и высокая ответственность быть волонтерами чемпионата мира по футболу. Сейчас городские волонтеры заканчивают набор добровольцев. Осталось посетить еще один вуз и несколько городских предприятий. На сайте самарцы оставили уже почти 5000 заявок. Регистрация еще продолжается. Она в активном темпе будет идти до конца февраля. И до конца мая мы будем проводить рекрутинг, то есть этап личных собеседований, когда волонтеры встретятся с нашими представителями, с рекрутерами и расскажут о себе поподробнее. Кандидаты, прошедшие этап собеседований, будут приглашены на специальное обучение, которое начнется в октябре. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.